Сережа, не готов писать барабаны сегодня. Не готов. Так, легче. Саня, у нас Сережа не готов писать барабаны. Сегодня мы отказываемся. Бля, ну тогда Стёрза запишет плохо. Он запишет только туда ду дун тун та ду та 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 ту та та та. За 10 секунд стреляю. Шляпой по губам, на-на-на-на-на. Шляпой по губам. Шершавым по губам. Да, ты моего батю в молодости чем-то смахиваешь. Ты иногда фоткал. Ты ему тоже, да, всегда хотел, блядь. Шляпу. Да не, на самом деле ему папа шляпу по губам по-любому проводил. И он теперь... травма душевная. Ты вот, блядь, новенький. Ну-ка нахуй, иди сюда, сейчас я тебе по губам буду, блядь. Знаешь как, Серег, сделай проще, играй не тага-дага ту-ду-ду-ду-дун, а сыграй тага-дага ту-ду-ду-ду-дун. Один краш. Да. Джоффа Рокавы, этот басист постоянно подходил ко мне и сказал, что блин, мне камень нужен, типа, они стоун. Типа, я не могу, типа, выходить на сцену, пока не курну. Все, ко всем подходил и всех спрашивал. Такие, не, у нас нет. Я попиздошил тогда. Мы закончили запись банок, вот, и результат этого палка, блядь, на потолке. Просто залипшая. Причем заметили, это только сейчас. Да. Палка на потолке прилетела. Саша про компрессоры лечит, походу. Саша, ты используешь 6 компрессоров обычно или 7?